Против Самбрана нарушает правило Фалькао. Один прихватил другого, другой решил ответить. И в итоге мы видим, как Фалькао оказался на газоне. Который на этом турнире в матче против Бразилии умудрился вынести мяч с ленточки. Героически отбивался. Да, здесь вполне мог Нестор Питана при большом желании наказать центрального защитника желтой карточкой. Но Фалькао против Самбрана нарушает правила Фалькао. Один прихватил другого, другой решил ответить. И в итоге мы видим, как Фалькао оказался на газоне. Который на этом турнире в матче против Бразилии умудрился вынести мяч с ленточки. Героически отбивался. Да, здесь вполне мог Нестор Питана при большом желании наказать центрального защитника желтой карточкой, но Фалькао...